Доброго дня! Ми знаходимося в місті Київ на виробництві зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Я засновник та директор компанії Клишаєв Іван. В першу чергу хотів подякувати нашим захисникам за те, що вони роблять, за те, що вони відбили російських загарбників з Київщини, за те, що вони виб'ють російських загарбників з усієї території України. Я хотів сказати, що ми ні в якому разі не очікували цих освободітелів. Перепрошую, я перейду на російську мову, так як це моє перше відео, яке я намагаюсь записати українською. Я буду намагатися як більше записувати українською. На даний час мені ще важко виражати свої думки, тому я перейду на російську. Хотів сказати, що ми ні в коєму случаї не ждали здесь тих російських освободителей, які говорять, що вони прийшли нас освобождати, а чого неізвісно, від кого неізвісно. Здесь, звісно, ніяких... я, допустим, постійно говорив на російському язикі. Моє окруження і, на самом деле, я уверен, більшість українців теж говорили до недавнього часу на російському язикі. Сейчас просто, на самом деле, даже мне как-то немного не по себе, немного даже противно говорить по-русски, потому что, после того, что они сделали, после того, как они пришли в наш дом здесь со своими какими-то освобождениями, со своими какими-то вымышленными нацистами, вымышленными американцами, то есть, я, наверное, не буду... скорее всего, в этом видео, может, и будут какие-то всплывать вот такие эмоции, негодования, но в целом это так. То есть здесь никто их не ждал. Не надо верить, что здесь кто-то их ждал. Но если там какие-то единицы ждали, пусть они выходят, их встречают, забирают с собой. Среди моих знакомых таких точно не было. И среди моих знакомых тоже таких не было. Поговорить я хотел о... той продукции, которую мы производим. Вообще, изначально, когда я начал заниматься дверьми, мне всегда хотелось, то, чем я всегда пытаюсь заниматься, я всегда хочу добиться какого-то, максимума, скажем так, который может быть. Пусть он этот максимум, там, может показаться, он не нужен, то есть, может он кому-то показаться, может там много металла и всего, но всегда мы хотим добиться максимума. На примере Бучи, что происходило в Бучи, когда оккупанты там находились долгие недели и ломали двери, выносили имущество людей, то в частности в Бучи уже есть несколько подтвержденных фактов того, что наши двери там устояли. И время взлома этих дверей, я уверен, там не исчислялось минутами какими-то, даже часами, то есть это время шло на дни. То есть русские оккупанты ломали их днями, и при этом двери, такие как, в частности, наша модель «Монолит Мускул», это дверь 5-го класса, такие двери как минимум 2 устояли. Я всегда объяснял заказчикам, что дверь может быть такой, чтобы нельзя было взломать. И мы только бились над тем, чтобы делать именно такие двери. Мы делали двери 4-го, 5-го, 6-го максимального класса. И по итогам того 2014-2015 года, что происходило на территории Киева, то такое время было, что бездействовали охранные компании, бездействовала милиция еще по тем временам, никаких консьержей там ничего не спасали, то есть просто ломали у людей двери, по несколько дверей в подъезде просто ломали наглым образом и ни на кого не обращали внимания. И на самом деле люди, которые приходили покупать ко мне двери, я иногда приводил этот пример. Говорил, что есть дверь 4 класса, которая 100% защитит от воров. То есть в условиях нормальной жизни ее не взломают. И есть двери 5-го, 6-го класса, которые даже в условиях ненормальной жизни, то есть даже не людьми, они не будут взломаны. То есть никакими человеческими усилиями. Без ограничения инструмента их не будут, их не сломают. И в частности, в Буче так и произошло. В Буче
мне написал письмо заказчик, вначале написал письмо заказчик, поблагодарил за идеально выполненную работу. Он еще находился не на месте, ему соседи сказали, что его единственная дверь из 200, около 200 было в комплексе, единственная дверь, которая выстояла. Это была дверь модели Monolith Muscle, модели еще, наверное, 2018 года, наверное, 19-го, где-то я думаю, ну, я так примерно ее к этому периоду нашего производства отнес. И там полностью разломали проем, там все расходит, то есть и при этом дверь осталась, то есть срезаны петли у двери, то есть, ну, все то, что в реальной жизни неприменимо, все оно было испытано на двери нашего пятого класса. Также есть информация, что в селе Перемога дверь нашего четвертого класса Monolith Standard, она тоже выстояла. Она тоже выстояла, но, к сожалению, просто-напросто оккупанты заехали танком на территорию. Это мне тоже заказчик показывал видео, фото. Заехал, получается, следы от танка, просто выломанный забор, металлический, ворота, забор частично повален, просто заехали на территорию двора танком, обмотали решетку там тросом или чем, они просто отогнули угол решетки. И вот они как бы в тот лаз ныряли, при этом дверь раскурочили, там нижнюю часть замка, верхний замок так и не открыли. И они, ну, по его словам, они даже там жили в подвале, они у него скрывали, жили, там у него питались, он показывал эти все пайки, все это, скажем так, обитали. При этом дверь, то есть вынести там что-то габаритное, что-то не удалось, там у них небольшой удалось сделать лаз в решетку, то есть то, что, естественно, повытягивали. В частности, у него, допустим, в ванной, там в туалете был очень сделан красивый, аккуратный ремонт, плитка лежала очень красивая, ну, на стенах. Просто-напросто выстрелили, очередь пустили по плитке, то есть просто постреляли плитку и ушли. При этом у его соседа, как он рассказывал, то у него была очень красивая стенка на кухне. То есть это была верхняя часть, ну, стенка, кухонная стенка, верхние шкафчики, нижние. То просто пустили половину очереди по верхней стенке и половину очереди с автомата по нижней. То есть для чего это делать, ну, можно, ну, только себе представить и догадываться, ну, насколько как бы люди завидуют, ну, насколько как бы эти, я не знаю, люди, или это, как их можно назвать, кто это мог сделать, ну, у меня даже, честно говоря, нет слов, то есть, ну, чтобы понять вообще вот происходящее. Также есть случай, когда мы делали очень серьезный объект, также в Буче, очень серьезный, то есть мы полностью делали комнату, сейфовую комнату оборудовали, полностью обшивали стены 10-миллиметровым металлом, обшивали решеткой 16 квадрата с минимальным там ячейкой, там порядка 7x7 очко, то есть это, ну, непроходимые вещи. И, естественно, там была такого же класса установлена сейфовая дверь с очень продвинутым замком, там, ну, все было очень сделано качественно, надежно. И вот то, что мне со слов заказчика, то, что я услышал, он еще был не на месте, но то, что ему там донесли, это то, что просто-напросто подогнали, офис находился на первом этаже, просто подъехали танком, и то есть дверь даже находилась, ну, не в прямом как бы доступе с окна, то есть, ну, стеклянные, естественно, фасадные окна, а дверь находилась еще, ну, насколько я помню, даже за одной, как минимум, стеной, а может быть и несколькими перестенками, то они несколько раз даже выстрелили из танка, то есть именно в этот офис, для того, чтобы, я так понимаю, сломать эту дверь. Также есть двери, в частности в Буче, еще один Monolith Muscle 5 класса, который выстоял, это 100%. И также есть две информации по дверям 4 класса, это Monolith Standard, это то, что их удалось вырвать. Частично там они разорвали раму, выколотили проем, разорвали раму, то есть отвели. Но это то, о чем я говорил всегда заказчикам, что эта дверь для нормальных людей, она не для людей, точнее, она не, ну, непреодолимая преграда. Но если рассматривать нечеловеческие как бы ситуации, вот такие, как происходили в Буче и, ну, под Киевом,
то здесь получается так, что подтвердилось те мои слова, которые очень часто говорил заказчикам, что двери пятого класса — это для реальной жизни это перебор. Но мы столкнулись с нереальной жизнью, как говорится. Поэтому так и получилось, что где-то четвертого класса устояло, где-то не устояло. А пятого класса устояли абсолютно везде. То, что у нас происходит сейчас на производстве, у нас, ну, на 99% это мужской, естественно, коллектив. Это сварщики, маляр, установщики, все эти сборщики. Это все как бы люди, мужики, которые физически хорошо развиты. Фрезеровщик, токарь, то есть это все как бы те люди, которые на самом деле в первый день, вот токарь-фрезеровщик, ну, первый день мы здесь вышли на работу, мы здесь как бы, ну, естественно, вообще не в доумении, что происходит, как долго это продлится, что это будет. Но мы вышли на работу. Часть коллектива, те, которые смогли добраться, те, которые были с Киева, они приехали. Одним из них был токарь-фрезеровщик. Все, то есть мы разошлись там где-то после обеда. И я ему позвонил там через пару дней. Он сразу же пошел после работы, сразу же пошел в военкомат, сразу же призвался в Збройные силы Украины, которым еще раз хотел поблагодарить наших защитников. Ну, пошел домой, видимо, собрал вещи и пошел в армию. То есть он ушел, он сейчас помощник пулеметчика, мужик, которому уже 55 лет, то есть который, по сути, мог бы никуда не идти, ну, то есть дети у него взрослые. Он принял решение сразу же пойти защищать свою родину. Затем второй сварщик там через некоторое время тоже призвался в Збройные силы, он тоже пошел защищать нашу Украину. Часть сварщиков, которые находились в Черниговской области, они не могли добраться до недавнего времени. Сейчас те, которые остались здесь, те, которые могут как бы добираться, мы собрались, мы продолжаем делать те качественные изделия, которые мы делали раньше, которые тоже, в свою очередь, защищают. Малыми силами мы работаем. Сейчас хочу сказать, что заказов сейчас, можно понять, что их очень мало. И те новые заказы, которые поступают, они только поступают в Львов, Львовская область. По Киеву мы только доделаем начатые заказы. Тоже ситуация такая, что там я... На самом деле мы работаем вот на сегодняшний день, это 19 апреля. Мы работаем уже месяц и два дня. За этот месяц и два дня у меня был один выходной. Я прихожу на работу каждый день, и там ребята, которые могут подъехать, ну, у кого есть возможность приезжать, они тоже приезжают, кто-то вахтой, кто-то так, то есть на переменку, то есть они меняются, я здесь нахожусь каждый день. Было несколько попыток, естественно, первые три недели я сюда приезжал, сюда каждые 3-4 дня, кормил кур, кота, собак, вообще как бы пытался находиться здесь, хотя это все громыхало вокруг, все это было здесь, ну, точно не настроение работать. Поэтому я так пацанов не сильно сюда тянул, но когда под Броваров их погнали, мы находимся недалеко от Броваров, когда их погнали, то, в принципе, я стал уже как бы сюда стягивать пацанов, чтобы здесь продолжать работать. Начали заканчивать потихоньку, я начал обзванивать заказчиков. Все заказчики, 90% заказчиков, даже больше, чем 90%, естественно, на тот момент они еще говорили, что нам пока не надо, через неделю-две, там, скорее всего, да. Там, через неделю-две звонил, они еще через неделю-две. Ну, так потихоньку. Люди возвращаются, мы доделаем их изделия, довозим, это двери, сейфы. То, что у нас получается делать хорошо. И я считаю, что то, что получается делать хорошо, и надо делать. Надо делать то, что когда это все закончится, это так же самое все отстроится, все это поварим, поделаем. Даже лучше, чем было раньше. Работа продолжается. Война продолжается. В
Киеве сейчас спокойно. Конечно, все еще укреплено, блокпосты, но это все правильно. Я абсолютно считаю, это абсолютно нормально, так и должно быть. Надо быть готовыми. Потому что, когда это все началось, то не хотелось в первую очередь в это все верить. И, ну, естественно, что ну, мы в это не верили, я в это не верил. Я не думал, что так нагло можно прийти, сказать, что мы освобождаем. То есть это полный бред. Прошу прощения, что украинской мовою я не могу так выражать свои мысли. Поэтому буду стараться, как минимум приветствия буду делать украинской мовою. Дальше буду пока по-русски. Так что вот так вот. Скоро мы их победим. Все отстроим лучше, чем было. Всем сил, здоровья. Украина победит. Слава Украине. До свидания.